Всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами сделаем чокер в стиле Хэллоуина. Нам понадобится отрезок бархатной ленты, тонкая цепочка, подвески, лунница, паук и крест. Соединительные колечки, тонкие и потолще, магнитный замок, концевики для бархатной ленты и швейное шило. Приступим к созданию чокера. Отмеряем необходимую длину ленты. Длина отрезка должна быть равна обхвату шеи плюс 2-3 см. Крепим концевики каждому из концов ленты. Ну а перед этим лучше подогнуть зубчики каждого концевика. Подворачиваем концы ленты и вставляем в концевики. Концевик зажимаем с помощью плоскогубцев. Прожимаем тщательно, чтобы концевики крепко закрепились на ленте. К концевикам крепим магнитный замочек с помощью соединительных колечек, которые идут в комплекте вместе с замочком. Перейдем к креплению подвесок и цепочки. Раскладываем все на коврике, формируя дизайн чокера. С помощью линейки отмеряем середину ленты и шилом делаем отверстие. Отверстие делаем ближе к краю ленты. В это отверстие вставляем соединительное колечко и крепим к нему подвеску в виде паука. Thank you.
Справа от паука шилом делаем отверстие для второй подвески в виде лунницы. Продеваем в ленту соединительное колечко. К нему крепим отрезок цепи. К более короткому отрезку цепи крепим подвеску. К пауку крепим отрезок цепочки и вводим его к луннице. Перейдем к третьей подвеске в виде крестика. Крепим к ленте колечко, к нему крепятся отрезки цепочки и подвеска в виде крестика.
Соединим последний отрезок цепи с подвеской в виде лунницы. Крепим к соединительному колечку. Наш хэллоуинский чокер готов.